Здравствуйте, друзья! Я приветствую вас на своем канале. Сегодня мы будем солить очень вкусное сало в вакуумной упаковке при помощи вот такого вакууматора. Отличное домашнее сало. Посмотрите, ладонь ширина, шкурка мягкая, тоненькая. Аромат великолепный, нежная, просто прелесть. Для этого нам еще понадобится чеснок, лавровый лист, смесь перцев. Здесь черный, душистый, белый, красный, в общем, много перца. Красный перец острый, тимьян, соль и сахар. Какие-то специи можете взять свои, любые, по желанию, какие вам нравятся. Солится такое сало быстро, легко, и оно будет очень вкусное. Теперь делаем посолочную смесь для сала. Берем примерно 3 столовые ложки соли. Столовую ложку сахара. Но сахар по желанию. Можете класть, можете не класть. И теперь делаем специи. Смесь перцев. Столовая ложка. И растираем ее. Сильно не надо, прямо в муку. А так, чтобы она крупненькие были такие фракции. И отправляем все сюда, в смесь. Также немного красного перца. Но смотрите, красный перец по желанию. Кто любит такое острое, то берите его побольше. Я острое в принципе люблю, но у меня в семье не очень. Поэтому я его кладу поменьше. Тимьян. Это чебрец. Ну, ровную ложку без горки. Ну и смотрите, по желанию вы можете любые специи класть, те, которые вам нравятся. И теперь этой смесью хорошо натираем сало. Я не буду делать в нем разрезы. Я хочу, чтобы это был целый такой хороший готовый кусок. Все, что ссыпается, это не страшно. Мы потом все равно все это уложим в пакет. И хорошо все это уминаем. Теперь выдавливаем сюда чесночок. И тоже хорошо втираем в сало со всех сторон. Уже аромат идет просто сказочный от него. Вот сейчас чеснок липкий, он сразу даст для всех специй вот эту липкость, все прилипнет, то, что нужно. Теперь сверху обкладываем еще лавровым листиком. Оно тоже сейчас все прилипнет. И будет то, что нужно. Ну и теперь отмеряем, какой нужен пакет.
Один конец запаиваем. И аккуратненько отправляем сюда наш кусочек. Все эти остатки чеснока все сюда. Ну и все, теперь мы берем и пакет вакуумируем. Вот и все. Вот такой красивый получился брусочек. Теперь мы его кладем в плюсовой отдел холодильника примерно на 5 суток. Чем хорош такой способ? Вы вот завакуумировали какие-то куски, которые вам, может быть, в дорогу нужны, куда угодно, на рыбалку, на охоту. Вы прям в таком виде вытащили из морозилки после или просто из холодильника. Положили в сумку. Это вам никогда сало не испачкает ничего. Никакую одежду там. Оно будет храниться так долго. Не будет стареть быстро. В общем, прекрасная и упаковка, и сразу в нем же и засолка. Вот в этом пакете. Очень удобно. Ну что, друзья. Вот такое красивое получилось сало в вакуумном пакете. Солилось оно ровно 5 суток. Прям такой брусочек шикарный. Сейчас мы его откроем и попробуем. Ну что, режем, смотрим, что получилось. Вот сейчас лаврушку уберу, чтобы она не мешала. Здесь вот сверху небольшой такой мокрый слой соли остался. Его по желанию можно сразу счистить, а можно счищать потом по мере употребления. Ну вот, что у нас получается. Вот такое салко. Оно прям вот пополам само разделяется. Прям само разделяется. Нежное-нежное. Ну что, друзья, пробуем хорошее домашнее сало из домашней свинки. Посмотрите, ширина какая шикарная. Хлебушек бородинский. Удачи вам, друзья. Счастья, здоровья вам, вашим близким. Чтобы у всех все было хорошо. Главное здоровье. За вас, ребят. Перцовочка. Хороша. Ну, теперь пробуем сальцо. Нет слов. Нежнейшее. Кусается прям просто так. Шкурка очень нежная. Прям вот она откусывается
все от начала до конца совершенно такого одной консистенции, мягенькая, ароматная. Ой, какая прелесть. Прям. Очень вкусно. Простейший способ. Главное, конечно, нужен вакууматор. Вот получается просто шикарно. Очень мне нравится. Главное, ничего не подсыхает, не обветривается. Прям класс.